Новый дом в престижном жилом комплексе столицы «Парк Челюскинцев». Здесь начались продажи в еще одном доме. Называется лаконично «Дом номер 3». На старте продаж самые выгодные цены и самый лучший выбор. «Парк Челюскинцев» – это самый центр города и последняя возможность купить новостройку в этом районе. Новая квартира в самом центре Минска. Олеся Винокурова осматривает квартиру в комплексе «Парк Челюскинцев». Здесь будут большие комнаты, уже все распланировано, большие окна, вид на парк, а главное – большая терраса. Сын как зашел в эту квартиру, сказал: «Все, я хочу жить только здесь, больше нигде». Вообще у нас семья, у нас четверо детей, и живем мы за городом. И поэтому, когда сыну вот уже ему 18 лет исполнилось, у нас стал вопрос о покупке ему жилья в городе. «Парк Челюскинцев» только один в своем роде. Сами покупатели рассказывают о преимуществах переезда сюда. На самом деле, то есть у нас прямо как у нас в доме. То есть у нас тоже в доме сразу вот лес начинается с террасы. То есть он любит готовить. Первое, что мы сюда купили, это газовый гриль. Вот это самая первая покупка была для этой квартиры. Преимущество, ну, то, что тут метро близко. Парк идешь, этот он спортом занимается, пробежался в парке. Как бы собачку тоже планирует все завести. И пройти. Ну, вообще, как бы удобно. Тут удобно, шикарно сделанный подъезд, шикарные лифты. Ну, вообще, все как бы сделано на высшем уровне. Жить в центре большого европейского города и одновременно на природе – это реальность, и это доступно. Тут сразу продают готовые квартиры, то есть деньги против ключей, то есть никаких долгостроев, ничего такого тут нету. И как бы по цене, ну, такая же цена, как в среднем в городе. Каким будет комплекс, который сдадут полностью в этом году? Первое – комфортным для жизни. На территории детский сад, а всего в парке Челюскинцев их два. Один, вот он на видео, встроен в дом номер один. Недалеко несколько школ, гимназия, поликлиники, первая городская больница, спортивно-оздоровительный комплекс, спорткомплекс «Олимпийский», центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом. В одной остановке метро находится торгово-развлекательный центр «Дана Молл» с кинотеатром, детским научно-познавательным центром и одним из самых больших фудкортов в Беларуси. И комплекс удачно вписан в городскую транспортную инфраструктуру. Рядом пересечение проспекта Независимости и улицы Макаенко. Две станции метро, остановки общественного транспорта. На первом этаже оборудован подземный паркинг, попасть в который можно, не выходя из дома. По периметру камеры видеонаблюдения. Есть помещение для круглосуточной охраны. Застройщик предлагает разнообразные решения и планировки квартир от 38 квадратов до 78. Высокие потолки, террасы, квартиры продают в абсолютно готовых домах. Парк Челюскинцев – это не только комфортные и удачные инвестиции. Квартиры будут расти в цене и одинаково быстро окупятся при перепродаже или сдаче в аренду. Место и жилой комплекс, который определяет стиль жизни – современный, европейский, удобный. Еще есть время выбрать свою квартиру с видом на парк и начать жить по-другому.